Всем доброго утра. Паша сходил в магазин уже. Сказал картошки купить. Хочу запечь картофель, как по-деревенски, с сыром. И сливки, кстати, есть. Блин, сил не хватает достаточно. Он еще год купил хурму. А, ну она такая, как свечка, да-да-да. Свечка, так она такая, знаешь, ровненькая, там чистенький, знаешь, кровь. Я сейчас помню, что я... Ой, как я такие, блин, спелые, все. Да, я сейчас тоже подсела на хурму. Мне нравится. А, ну а что, ненормальная тема? Витамины там есть. Там витамины, йод, наверное, что-то еще. Йод, да. То, что нам для нашего региона надо. Да, чего да. Не могу картофель достать? Не мороженое, не должна она быть мороженое. Но это чтобы мягкая была, потому что она как ряжет. Мягкая должна быть, спелая будет. Ты просто вот ты... Мороженое тоже все не то пальто. Одревающее. Что там, снежок, холодно, нет? Нам надо за фаршем сходить. На улице? Ну. Да, уж 9. На мая. Снегу мало, ты видишь? Мало, на. Так, ребята, я уже собралась. А сейчас поедем в нашу Внику. У нас фарш на акции. А у нас мясо уже заканчивается. Вот. И предлагают фарш по акции. Говяжий 275, это прям хорошая цена, там получается больше 50%, скидка 51, но это мясо все свежее, они там на месте крутят. И свинина 229, что ли. Вот. Так, просили спросить качество пудры, которую вчера купили в Латуале. Я покупала корейское. Мне очень понравилось, она прям утонченная и немножко как такое сияние. Очень хорошо ложится, какие-то недостатки убирает. И я читала отзывы, это что тоже как бы скрывает. И помада, вот эта помада, она, как она получается, впитывается-то, стойкая. Вчера, которую я намазала на руку, не могу отодрать, ну, вернее, оттереть ее. Вот. Ну, то есть, вот я и накрасила, получается. У меня как бы свои так губы большие. И она как не увеличивает. Ну, короче, вот так вот получилось. Тушью глаза не красила, не хочу. Ну, сейчас в магазин сходим и домой будем готовить. У нас на Левом берегу открыли Калина-Малина, мастерская муки. А здесь было золото 585-е. Вот даже у Континента тоже оборваны все рекламные щиты, видите? И никто не делает, болтается. Не залазит. Не хотят делать что-то. Не хотят делать. Не залазит. Может, позже будут делать. Здесь тоже остановка улетела. Железный каркас такой. С пластиком. Там-то точно он идет. Его снимали. Девочки, мальчики, мы сделали покупки. Делали покупки в основном основные. То, что надо было, взяли фарш. То, что со скидкой. Так, сейчас я вам покажу. Так, вот это вот говяжий фарш. Уже накручено. Девчонки все по мешочкам положили. Так, так, так. Сейчас скажу. Я не знаю, завтра он будет, не будет. Говяжий, натуральный. 275 рублей за килограмм на 1661. Сейчас будем тоже раскладывать по мешкам, и чтобы убрать в морозилку. И здесь свиной, это я специально, чтобы, знаете, вот как на пельмени раньше лепили, или котлеты смешивали говяжий и... свиной. 229 за килограмм. Вот таких вот два мешка где-то. Ну, в общем, должно 5 килограмм. Так, так, тут 3 килограмма. Ну, да. 5 килограмм все вместе. Потому что у нас как бы мясо закончилось. Ну, там остался килограмм говяжьего, который в упаковке тогда брали.
Вот. Так, что еще взяли? Оставались вот купоны. Сегодня последний день. Это когда мы их выдавали-то? Число, наверное, по 10 или по 11. Вот такие вот купончики. Да, числа по 10. Вот. И вот там скидочки всякие разные. Даже если товар на акции, и на него также проходит скидка. Смотрите, допустим, маслины мне обошлись вот такие, 51 рубль. Они нормальные маслины. Вот в ленте бывает, знаете, в чем минус у них? Тоже в банке, да, там есть ихняя цена, там 365 дней, но они полупустые. Вот эти, они наполненные. Они не сказать, что пустые. Ну, то есть я имею в виду вот эти маслинки. Я взяла уже на запас, наверное, это банки 4, это, наверное, еще 3 штуки, короче. Короче, банок 7. Какую-нибудь солянку сделать на праздник, на Новый год. Я их просто, бывает, открыл, и банку маслин могу одна съесть. Еще и без косточек, вообще красота. По 51 рублю. Так, что еще? По купончику вот такие вот еще взяла. Еще макароны. Макароны, что тут? Спирали. Так, они обошлись 29 рублей, 30 рублей. Ну, такие вот спиральки закрученные. И Макфа. На Макфу тоже 50% было. Скидка. Так, они обошлись тоже 30 рублей. Вот такие вот цветные, мне не нравятся такие штучки. Томаты и шпинат. Так, Доброфлот, тоже там была дополнительная скидочка. Так, это идет и в оси, 55 рублей обошелся. А так, ну, 179 на акции. Ну, цена смешная. Кстати, шпроты хорошие, они... Так, вкусные консервы, шпроты, сейчас скажу, сколько обошлись. По-моему, 55, так, шпроты нет. По 83 рубля, а так стоили 119, и дополнительная скидка 30%. Да, по 83 рубля, вообще нормально получается, да? 167 рублей за 2 штуки. Да, в принципе, 83 рубля, нормально. И они крупные, сейчас я вам покажу, потому что Пашка банку открывал, но мы до этого тоже покупали. Там есть по объему, они разные. Есть поменьше, есть побольше. А, вот он их вывалил, просто размял. Да, масло он вывалил и, короче, немножко тут поломал их. А так они крупные. Крупные, нормальные. Там кто на бутерброды, кто просто кушать. То есть нормальные шпроты. Так, что еще обошлось? Моцарелла, чиз. Я уже не первый раз брала. Для пиццы вообще идеально. И вот именно этот размер 200 грамм по весу на пиццу, на противень. Вот самое то. 104 рубля всего получился. Моцарелла, чиз. Так, что еще? Все. Виноград просто купили. Но виноград уже я не скажу, что прям дешевый. 209 рублей. Таффи. Масло. Масло тоже не было на акции. Но оно вот такое натуральное, оно классное. Это татарское. Без химикатов, без всяких добавлений лишних. 112. Еще там у нас в Нике есть тоже отдельчик всякие колбаски вкусные. Ну, такие натуральные. Сало. Купил ли сало? Захотел сало. 500 с чем-то за килограмм. Вот такой вот кусок где-то на 200 с чем-то. Ну, 250 или на 270, не помню. Вкусно с чесночком все. Прям захотелось. Уже зима, надо. Подмерзнуть, да, вообще зашибись будет. Где-то у нас траты сегодня больше 5000 ушло. Так, что еще? Таблетки я выкупила в аптеке. 1319 подорожали. Были 1200 с чем-то. Но мне на 3 месяца хватает. Ну, они на 3 месяца и рассчитаны.
И в Латуале докупила черный карандаш. Взяла латуалевский. Стоил, сейчас скажу, 200... Ой, нет. То ли 300 с чем-то. Не помню, короче. Или 250. У меня там оставались... 250, что ли. У меня, короче, оставались... Не оставались, вернее, у меня почему-то были бонусы. Латуаль прислал 200 бонусов. Но они списывают 50%. Да-да-да. И я заплатила 130 рублей. Мне как раз нужен был, потому что у меня там заканчивался для подводки. Мы посмотрели из нескольких карандашей. Вот он самый стойкий. Еще как фломастеры показывали. Ну, там разные фирмы, там в пределах 400. Они, говорит, быстро засыхают. Вот. Ну, вот я знаю, что латуалиски, они раньше были, это Чехия. Сейчас я не знаю, чье производство. Вот. Ну, взяла. 130 рублей, ну, это цена такая вообще прям нормальная. И по качеству, да, мы проверили. Я латуалевский для губ карандаши брала. Мне очень нравится. Вот. Ну, с магнита взяли вот такой чай. Зеленый с ароматом кленового сиропа. Ахматео. Тоже на него был купончик 50%. Но там на желтый не распространялся. На нем как раз был белый ценник. 74 рубля. Ради интереса, ради вкуса захотелось купить и попробовать. Так, что я еще хочу вам рассказать, потому что, может быть, до многих не доходит, может быть, недопонимают, и мало кто это объясняет и разъясняет. А вы же знаете, мои хорошие, что я это всегда, какие-то новшества вообще происходят в магазинах, в системе оплаты. Я вам разъясняю. Значит, что сейчас такая фишка идет, по-моему, до 21 декабря. Если вы платите по NFC, знаете, да, что такое NFC? То есть это в телефоне встроенное приложение, и вы как бесконтактный просто прикладываете не к терминалу, где карты прикладываешь, а есть такие таблички, там как вот эти волны нарисованы, прикладываете, нажимаете NFC и оплачиваете. И на следующий день вам прилетают за покупки 10% возвращается. Но для этого, значит, что надо? Чтобы у вас телефон поддерживался NFC. Вот как раз у меня вот этот новый телефон, он поддерживался. А тот Samsung, кстати, у него не было NFC. Вот она, кнопочка NFC. То есть, если вы будете пользоваться, на нее включаете этот передоплаты, включаете. Если вы не пользуетесь, то можно выключить. Это бесконтактная оплата. Значит, что еще для этого надо? Надо скачать приложение. Вот оно, видите? Приложение с BP. Господи, как она? С BBPay. Вот. Да, вот когда нажимаете NFC, то есть и прикладываете телефон. То есть не по QR-коду. Если по QR-коду вы будете платить, вам не придет 10%. Не придет, еще раз повторяю. Именно NFC. Вот так нажимаете. Ну, то есть я просто его выключила. И прикладывайте. По QR-коду вам не придут бонусы. Еще раз повторяю. И приложение еще «Привет, мир». Туда вносите свою карту. То есть привязываете. Допустим, если у Сбербанка, она у вас... Посмотрите, у меня тут она сразу привязана сейчас. Вот, видите? Ну, цифры я закрою. Вот она у меня уже привязана. Видите, высвечивается. Сбербанк. Ну, так я можно? Вот так вот. То есть, где основные деньги ваши находятся, и вы... Вот у меня, смотрите, сколько уже покупок по NFC. Утром я просыпаюсь, у меня прилетает смс, что вам вернулись эти бонусы. Ну, как не бонусы, оно возвращается реальными деньгами на ваш же счет карты.
То есть, вот смотрите, я сегодня потратила 3714. Это только в магните. 371 рубль мне завтра вернется. Вот разве плохо? То есть я и так товар на акции купила. Все, что можно. Вы знаете, да, я очень экономная. Люблю экономить. И к этому вопросу я подхожу четко. Вот. И завтра мне вернется 371 рубль. Тоже лекарство, да? 1319. 132 рубля мне завтра вернется. Даже с того же карандаша Летуалевского. Пусть там 130 рублей я потратила. Но я тоже оплачивала НФСИ. 13 рублей мне вернется. То есть все денежки обратно в кучку возвращаются. Это вот... Потому что я знаю, что на кассе это некогда объяснять. Но вы, мои зрители, вы же прислушиваетесь ко мне, правильно? И... Пользуйтесь этим даже. Когда я вам говорила, скачайте карту, то, если вы какие-то определенные сделаете процедуры, вам все это, как сказать, плюсом, бонусом. Вот так вот. Пока дают возможность, пользуйтесь. Я нисколько не пожалела, что я взяла такой телефон тоже. И поэтому... Если, я не знаю, вот если у кого нету NFSI, как этим можно воспользоваться? Почитайте. Ну, у кого поддерживает телефон, так что, девчонки, мальчишки, дерзайте. Ну, а мы сейчас буду раскладывать пока, готовить. Я хочу картофель запекать. Девчонки, раскрыла карандаш. Хочу показать. Чем-то похоже, знаете, как... Ну, не фломастер, нет. Вот такой вот. Вот так вот красит вообще четко. То есть без напрягов. Ну, я думаю, что многие покупали и знают. За 130 рублей вообще халява. Не написано, что производство. Жалко.